Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Биворолд и Руф, и сегодня мы снова играем в BMNG Drive. Здорово, ребята. Всем привет, ребята. Ребят, сегодня у нас бимка, и сегодня у нас испытание под названием «Смертельные и опасные шашки». В этом шоу мы будем с ребятами на тачках пытаться проехать огромнейшую прямую, состоящую из разных здесь маневров. Но что самое главное, сегодня нас ожидают боты. Их очень много, и сегодня мы постараемся как можно дальше проехать, не попасть в аварию, ну и постараться добраться до финиша, то есть до этого поворота. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Ну а мы под самое начало вместе с вами спавним тачки рандомно и смотрим, давай, кому поехали. Что достанется. Пока грузим. Да, у меня это фера, которая была только что у Гриши, а выпала мне в итоге. Так, в итоге здесь у Гриши это Кёнигсег Джеско выпал, а у Паши это Мерседес какой-то CLS, это 3.2 какой-нибудь или 3.5. Ну, вроде как ничего. Конечно, против Феры и Кёнигсега как бы вопрос, да, но посмотрим, что получится. В общем-то, ставьте лайки, а мы начинаем прямо сейчас. Давай, Гриша, отсчет. Раз, два, три. Поехали! Поехали. Ну, Паша, да, у меня пролаг был какой-то, да. О, я же забыл, что есть трафик. Еще и меня подбил чуть-чуть. Нет, Гриш! Да блин, ты-то где, откуда взялся? У меня, конечно... Давай еще Ваню шатаем. Да ты что? Я не понял. Черт. Что так началось-то? Мы все развалились. Давайте я предлагаю сделать заново еще раз раунд. Как бы я уехал дальше, видимо, вы оба развалились. Давайте сейчас просто сделаем респаун и сделаем раунд на этих же машинах, потому что максимально странно было. Авария буквально на первом же боте. Это, конечно, нечто. Давай еще раз. Давай еще раз. Раз, два, три. Поехали. Паш, надо было фору дать, то чтобы три поехал. Кстати, подожди, да. Так я не услышал три. Раз, два, три было, да. Ну, еще а что? Ну, блин, да, Паша. Ладно, пускай Паша ей, давай счет. Раз, два, три. Поехали. Вы че, блин? Все, Паш, мы тебя кинули, есть. Кидалы. Ну, мы сейчас догоним, наверное, хотя не факт, потому что... Нет. Отрыв-то хороший. Ну, посмотрим. Ну, мы постараемся, Паш, постараемся. Ну, постараемся, реально, да. Паш, видимо, едет без ботов, да? Хороший. Паш, там что, дрифтит, что ли? Да, Паша дрифтит. О, Паша дрифтер. Как поменять камеру, черт подери? Здорово, Паш, как поменять машину? Я на нее нажал. Как поменять машину? С клавиши нажимай, да. Да, хорошо. Блин, ну, Гриша очень быстро, реально. Ой, тут бот. Паша. Там. Да что за дрифт? Паша дрифтер. Четко вообще. Уличный денсер. Блин, ну Кёнигсег реально имбовый, конечно. Ты очень хорошо уходишь, на самом деле. У тебя боты есть? Конечно. Блин, я вынесла туда, на эту. Ага. Вижу. Ну давай, ну 200 метров отрыв, ну давай. Я просто газ по лду, понял, не догоняю, это очень быстрый. 350 еду. Ну да, точно, у меня только 300 сейчас. Австрички. Давай, погнали. Ой, автобус появился. Ну ты, ой, 400 ладно. Дал просто, нормально. Все, понятно. Все, кстати говоря, это был один из немногих... Пополам ни хрена. Раундов, когда мы, в принципе, живые доехали. Да, ты там что, все, убился, получается, да? Сломал свою тачку на первом же повороте. Я где-то в лесу лежу. Что, типа пополам разорвало? Ема пополам разорвало! Кого? А где Паша? И Паша приехал. 3 балла Грише, 2 балла мне, 1 балл Паше. Ладненько, хорошо, был такой первый раунд, ну как бы третий по факту. Но, или четвертый даже, я не помню. Первый, ну, который мы доехали. Или ну, поехали. Типа того, да. Пока меняю с вами машину, у меня это... Так, мне без мотора Мерседес. Думаешь, нажми газ. О, да. А вот теперь с мотором. Да я вижу, у меня приборки нету. А, я понял. Так, у меня это Mercedes S-класс 202 получается. У тебя это Авентадор, ё-моё. Да вы достали уже, чё, там не загружается у тебя? А у Паши в итоге это 211, да, это какой, 5.5, брат, или какой это? Без шильдов, скорее всего, после аварии. У меня тоже без шильдов, тоже, скорее всего, после аварии. Поехали. В твоем Мерседесе? Ну такое, будет дорого почистить, да, кожу-то. Давай, Паша, счет. Ой, в смысле, что? АМГ. Что? Раз, два, что? Ну это реклама, помнишь? Что? АМГ, вот это вот. Вы это слышали? Я это, конечно, наверное, вырежу. Для Рутуба и для ВВК. Ну это реклама такая, видел ролик там?
Да, видел. Почему не поел? Почему Паша едет по Wallride? Я не понял. Мне пришлось. Ой, Паша, ой, Пашенька, Пашенька. Она дрифтовая. Пашенька, Пашенька. Вы где? Мы здесь два мерседесовода, мы вместе едем. Просто мы взяли за ручки. Паша, ты куда? Паша, Паша, ты куда? Я так и понял, что с этим все. Все будет вот так вот. Сложно. А что здесь бота разворачивается? Это вообще... Это вообще как? Норма? Нет, что происходит здесь? Они... Ну, блин, у меня какое-то... Мне кажется, некоторые боты, ты же рандомно нажимаешь, чтобы они себя вели, и некоторые за тобой гоняются, типа ментов, а, там может еще быть. Кого-то. А, я не вписался в поворот! Я тупо не смог! Меня Паша даже обошел! А я все, я тупо в автобус въехал и минус Мерседес. Капец. Теперь поменял Мерседес на автобус, получается, и домой на автобусе поедет. Ну, получается, да. Ну, когда тебе Мерседес, иногда приходится кататься на автобусе, конечно. И вот Паша раздает бачком. И вот Паша раздает. Я понял. Ну, а Гриша у нас как бы, видимо... Так, где? Что это за... Что это? Это не Гриша, а где Гриша? Я все, я на финише. Подожди, а как... А, вот. Да, доезжаешь, доезжаешь, да. Три балла Гриша в итоге за раунд, мне один балл, ну и Паша два балла. Паша... И Майси, реально, Паша тупо боком едет. О-хо-хо-хо-хо! Вот это авария! Это что за расколбас? Это дикий расколбас, я понял. Ладно, окей, новый раунд, новые тачки, меняем, смотрим, кому что. Так, в итоге у меня это Dodge Viper, у Гриши это Superfast, и у Паши это 350Z, я так понимаю. Неважно, да. Называется. Ну, это она вполне себе, это Fairy Lady, как бы, это, скорее всего, неплохая машина. Ладно, давай, Паша, а счеты будем мы газовать. Fairy Lady, давайте раунд. Паша Fairy Lady, да, поехали. О, так, что это у меня такое, дрифт-то? Шлифует, шлифует. Реально, у меня шлёв дикий. А у меня поломанная тачка. Почему? Не типа знаю, она не едет? Едет? Прям вообще? А, о, поехали, поехали. Поехал. А что здесь с ботом произошло? Здесь авария, ботов, кого? А, в натуре. Полиция вас преследует. Ну, супер, Гриша, спасибо. Ты переключился на четвертый, нажал на газ? Да, я отключил ставу, просто она мне мигала бесконечно. Понимаю. Так, а ты прямо... Гриша! Мне страшно, мне задняя... Тебе полиция говорит... Говорит... Да, стой, тебе говорит, стоять, в Ого! Это за тобой, Ваня, блин. Почему это... меня только подрезает? Ты тоже как бы здесь участник этих заездов, поэтому да с тобой тоже. Да не прыгай ты, ё-моё. Блин, я тебя вижу, ну давай, Вайпер, давай! Нужно его схавать. Видишь, что там за дым впереди? Надеюсь. О, что за дрифт, капец, охренеть! А, у Паши же дрифтовая Z-ка, да? Не, дрифтовая этот. Мне кажется, ну, дрифтовая. Боты дерутся между собой, ну о, они в Феррари уважают, они все в правый ряд свалили. Куда ты что делаешь? Ботяра, ты что сделал? Охренеть! Я ехал в левом, а бот, короче, коп, решил пристроиться справа налево, меня тупо в отбойник впечатал. Спокойненько отъезжаем, Ваню. Ты угораешь, блин, меня бот... Вы угораете, меня бот убил, алло. Как это? Три балла Гриша в этом раунде, опять-таки два балла Паша. Охренеть, ты глянь, что с мной случилось, она же сгорела у меня. Йоу, это прям беда, это прям печаль. Я сейчас даже в шоке, но... Да, ясненько, короче говоря, этот раунд, ребята, опять не за мной, опять раунд не мой. Ну, пора уже как-то отыгрываться, то как-то не это очень пока раунд. Получается. Это твое. Так, у меня это Chrysler 300C, а у Гриша это Чироки. Это какой-то мощный Чироки или какой там Чироки? Трек-хок. Да, слушай, да, это очень... У меня это 300C, просто обычный Паша-автобусник, да, это норма, в принципе, на самом деле, вполне себе. Ой, у Паши-то это X6, ля, какой он прикольненький, только FPS как будто бы упал за него. Ну ладно, окей, будем мы стартовать на счет 3, давай, Гриша, счет. Раз, два, три. Блин, опять, короче, лаунч не держит, ни хрена. А у меня даже нету конфигурации никаких, а там Паша отстрелы делает, это машина из этого, из Астекорса или откуда? Да, ну, походу, да, походу. Блин, а чего такие шустрые хороший. Опять, я не понял. У меня джип хороший. Офигеть. А у меня? Ой, опасненько. Ребята, нет! Не кобза! Да почему опять босс меня перестроил снова? О, Паша! Да что здесь происходит, я не понимаю. Боты в меня перестраиваются, копы там перестраиваются, Паша в деревья улетает. Что происходит? У меня не деревья. А, проблемка есть с этим джипом, у меня FPS жестко падает, когда я торможу. А, ну я понял. Делаю демонстрацию. А, ну я вообще? Подожди, странно. Сейчас. Сейчас подожди, доеду. Сейчас бы не до этого, Паш, не до подожди, этого. Подожди, Паш, да. Как сейчас посмотрим. Не до яиц, не до красных пасхальных. Так, стоямба, стоямба.
Стоямба. Блин, 400 метров. Ну, Гриша, потормози. Да я не могу тормоза нажимать, у меня лагает. Отпусти газ в таком случае. Поворачивай! Ну нет, я вообще не поворачивал. Блин, все, тотал, ребят. Короче, тормоза нажимаю, у меня сразу минус 50 FPS. Короче, я понял. В итоге Гриш у нас первый опять. Мне 2 балла, Гриш 3 балла. Так, демонстрация у Паши. Давайте посмотрим в Дискорде. Давай, да, посмотрим. Паша все еще едет? Чего? Не понял. А ты как бы... ну, это то, что вижу я, а это то, что происходит у Паши на экране. Кого? Чего? Чего? А ты жив, Паш? Прием, ты здесь? Скажи... машина, блин, что это? Нажми на R-ку. Я даже нажать ничего не могу, наверное. А на R-ку не можешь? На R-клавишу, не? Так, мы продолжаем. Паша вернулся и прибыл к нам из НАСА на реактивном Делориане. Ну, Паша, хорошо. Да, ты не можешь никак успокоиться сегодня со своими афоризмами, я понял. У меня книгсек. Ой-ой-ой, с Пашей мы потягаемся. Нет, у меня. Нет, у меня. Не вижу ее. Блин, у них так какой-то странный, с какими-то колпаками вместо... карбоновой. О! Да. Как раз таки. Сейчас карбюратор настрою и нагоню. Не, ну ладно, меня это трэш. Ну типа, это совсем, ребята, на никто не поедет. Ну, как бы, если бы у нас были бы жиги, еще ладно, но это... А это что такое? Заехал не в свой район, где колеса, Гришаня? Куда колеса стырили, я не понял. М4 пойдет против Кёнигсек? Да, я думаю, вполне. Здесь же, знаешь, скорость такая тема. Не совсем важная. Ладно, я стабус надо отключаю. Давай, наверное, ты стартуй, мы с Пашей газанем. Давай, пока газуем. Давай, раз, два, три. Поехали. Все, поехали. Ё-моё, Паша, не делай глупости. Паша, не делай глупости, Ямато надымил, я ничего не вижу. Ничего не вижу, реально, да. Реально. Все, Паша понесло. Все. Ой, все. Все, минус Паша. Что там, где он? Где он, я не вижу. Авто перестраивается. О, что это? Запчасти по всей Что Паша, это? Успокойся. Паша, ты что? Ты что творишь? А как проехать? А все, а вот. О, я понял. Это за Пашей погоня там? Нет, за Паша! Нет, ну блин, пацан! Ладно, я поехал. Поехал, а у меня кардан сломался. Так, окей, давайте мы респонемся обратно. Паша, меняй. Паша, вот Паша меняет, мы оставляем. Давай так, потому что... Паша, респонись. Иди, где, чё ты там, ты разгон берешь или что? Ну ты куда ты полетел? С тобой вон выехала психушка, я не знаю, что это такое. Что мне выписано штраф превышения скорости? Что я на месте стоял, алло? Сейчас со Сбера снимут. Чего? Дзынь, реально бабки списали, что за бред? Так, а что там Паша? Мустанг. А, Мустанг в итоге у Паши, слушайте. Ну, прикольно, Паша, прикольно. Колесами? А, что за ними колесами? Все нормально у него. Это прикольники. Прикольники, прикольники. И лапы с твоими маленькими ручонками. Ничего страшного, переживешь. Давай, Паша, отсчет. Раз, два, три. Поехали. Поехали. Тихо. БМВ. Я Хасаня на БМВ. Ты хасанщик. Пару включил, все, да. Поворотник включил? А что это? Мы не знаем, что это такое. Жился в роль, да, получается? Да. Мы не знаем, что это такое. Поворот, осторожно. Перед моим экраном муха. А где там Паша? Не знаю, Паша на Мустанге там. Ну да. Чилит. Паша дрифтит, чувствую, да? А где боты? А я не знаю, а все по ходу. Все по ходу, да? Паша всех схавал. Да они все у меня, блин. Ну что, ты будешь обгонять, нет? Да я думаю, как бы это сделать так, чтобы безопасно. Было эпично. А что у тебя, типа, не цепляется она или что? Не, просто чтобы с тобой не это... Что за срань? Не состыковаться случайно. А. Что с этой машиной вообще? Ну, состыковаться, да, лучше не надо состыковываться. Угу. На скорости еще 250. Лево. Вот понимаешь, когда забоевал, лево полоса и не сворачивает. Типичный боевист в левой полосе, блин. Тошнит, короче, 300 всего лишь, понял? Ну ладно, это еще, да. Нормально, да. Кёнигсек очень, конечно, хорошенькая машинка, однако. Я вообще с кайфом доехал. Ну, ботов не было еще, поэтому да. Йо-йо.
Бублик. Все, я приземлился. 3 балла мне наконец-то, 2 балла, видимо, у нас Гриша, да? Mm-hmm. Да, что-то не могу к нему переключиться. Ну, а, так, вот. Я думал, доехал. И Паша у нас здесь дрифтит на Мустанге и не доехал, получается. Да, ладно. BMW качественная, кстати, моделька. Ну, получается, да. Ребят, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.